Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной рабочий день со змеями. Я уже убрался в террариумах. Здесь много змей, я не знаю сколько. Сейчас посмотрим, сколько змей в этом баке. По идее, должно штук 9 быть, потому что еще какие-то там террариумы. Но здесь была такая ситуация, что я ушел, змеи расползлись, потом я ловил, потом я не считал, сколько там в баке осталось. Это правда. Да, оператор сейчас смотрит, то это правда. Здесь, возможно, бегают змеи на свободном выпасе. Но ничего страшного. У меня тут такое помещение, что отсюда как бы выбежать змея не может. Поэтому, если кто-то сбегает, то мне, в общем, как-то параллельно. Все равно змея всегда находится, и иногда она даже сама возвращается в террариум. Несколько случаев таких недавно было. Вот, сейчас будем их потихонечку вытаскивать. Вот они, красавцы. Так, здесь у нас императорский удав. Питон Брэдли и много санзиний. Вот это у нас санзиния в Волантоне, западная санзиния, малыш такой. А, кстати, в линке, вот как видите, совершенно голубые глаза, потрясающие. Вот, это значит, сейчас у него идет процесс активного деления клеток, после чего будет лизис, отмирание и линька, соответственно. Так, я не помню, где он сидел, но, возможно, где-то там внизу. Так, раз меня... Знаете, не знаю, что про них рассказывать, потому что про мадагаскарских удавов я уже много чего рассказывал. Это просто мадагаскарские удавы, такие яркие, красивые. Могу сразу же перейти к тому, что подписывайтесь на канал, пока я жив. Да, кстати, действительно подписывайтесь. Возможно, мы побьем мировой рекорд и будем самым большим террариумным каналом, в принципе, каналом о змеях, о рептилиях в мире. Да, так что будете... Вот, такой вклад будет наш российский в мировой YouTube. Это очень необычное достижение, учитывая, что ниша такая сложная, не самая популярная. Вот. Тем не менее, здесь тоже есть разные каналы с переменным успехом публикующиеся. Вот это вот питон Брэдли, который вот самка, от которой недавно было потомство получено, она стандартного окраса, но все равно яркая, тоже видите, красноватая. Вот. Да, сейчас вы видите там удава очень необычного, и я объясню, что с ним случилось. Вот, сейчас самочку загрузим сюда. Ну, не хочет загружаться. Загрузить. Так, замочек упал. Да, она знает, где дом. Стопудово знает, это я ей никак не подсказывал, она сама ползет внутрь. Ползет. Ну не подводи меня, сделай вид, что типа, ну, запоминаешь. Все. Ладно. Это я просто для ускорения процесса. Она сама нашла дом. Правда. Так, где-то у нас тут замочка не хватало. Вот, все. Так, следующий опять мадагаскарский удав. Опа. Это уже мадагаскарский удав моего разведения. Он здесь и родился. Вот. Тоже замочек был. Так, это санзиния в Волантоне опять. До этого была санзиния мадагаскаренис, вот в Волантоне. Это уже не в линьке, но черно-мутного окраса. Такая вот специфика у них. Такой вот необычный окрас. О, он где-то здесь сидел. Да. Здесь. Замочек. Есть. Замочек. Как повезло. Здесь замок. Я сейчас перепутал. Так. Очередная санзиния. Тоже моего разведения. Да, все подросли и скоро можно будет их плодить. Я пытался в том году это сделать, не получилось, но, видимо, слишком рано. Так. А, нет, она здесь точно сидела. Я помню, кто здесь сидел. Здесь запоминающаяся личность сидела, которую надо будет еще обработать отдельно. Так, куда бы тебя? Вот сюда. Еще один террариум остался незаполненным. Интересно, ну, почему? Значит, это бегает. Кто-то, да, бегает, возможно. Кто-то, или возможно, нет, или это, возможно, норма. Нет, кто-то, скорее всего, бегает. Бегает, значит, кто-то. И еще одного удава сейчас я принесу, ямайского. Он должен сидеть там. Ничего страшного. Свети пока вот сюда. Спасибо большое за внимание. Ставьте пальцы вверх. Пока-пока.